непонятно, к чему это шло. Только к разрушению организма в конечном итоге. Да. Александр, возвращаясь к теме того, что у нас сейчас переходный период, и практически нет художников, да, ну, в понимании, человек талантливый, владеющий все-таки ремеслом, ну, более-менее, да, и обладающий чувством, ну, всего, что должен чувствовать художник. А вы не думали просто, не знаю, начать поиск таких людей? Думал, конечно. Поездить по России, объединить посмотреть работы, все, да, и возглавить. Всех, и возглавить. И создать партию. Вот ты объедини и возглавь, да? Нет, ну... Или это очень сложно? Нет, я думаю, что всему свое время, на самом деле, пока мне нужно как-то раскрываться, пока я чувствую, что я должен трактовать этот сюжет, этот сюжет, этот сюжет. У меня часто спрашивают, почему ты не едешь в Италию, там меня вот приглашают уже года три пожить, поработать. А почему, вот, кстати? Совершенно бесплатно, вообще, вот, да, есть такие люди, на самом деле. Вот. И я отказываюсь напрочь. Почему? Потому что мне, я не сделал ту программу внутри себя, душевную, да, по Сокольникам. Душа и программа разные, ну, слова, но вот, действительно они иногда сращиваются, потому что это вопрос совести уже. А что за программа? Если я поеду в Италию, полечу в Италию, у меня будет бериндить совесть, что я не сделал тот сюжет в Сокольниках. А каждый день там что-то меняется. Вот, например, все... То есть, погодите, вы уже будете писать всю жизнь Сокольники в таком случае? Нет, почему? Ну. Нет, но есть какая-то наполняемость сосуда внутреннего. Да. Да. Вот я чувствую, что он вот наполняется, но вот еще не наполнен. Тогда уже наполнится, Бог даст, тогда, если силы еще будут, поеду, дай Бог, в Италию и там попишу. Не уезжайте. Такого красивого не надо. Спасибо, Александр. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Шилов, художник, член-корреспондент Российской академии художеств. Это была программа «Герой города». Меня зовут Вячеслав Волков. Увидимся на телеканале «Столица».